здоровий спосіб життя – це те, про що варто говорити, про що не варто забувати і слідкувати обов'язково за своїм здоров'ям. А робити це можна за допомогою спорту. Сьогодні до нашої студії ми запросили голову відокремленого підрозділу Федерації плавання України у Полтавській області – це Віктор Міць. Доброго ранку. Доброго ранку вам. І також у нас в гостях Ірина Остапова, заслужений тренер України з плавання. Доброго ранку вам. Вітаємо вас. Дякуємо, по-перше, що завітали до нас з самого ранку. От кожні гості до нас приходять і кажуть, що ви так рано прокидаєтесь, що так рано розпочинається ваш день? Для у вас немає такої проблеми взагалі у спортсменів? Я вже закінчила тренування. Нічого собі. Ще раніше. Нічого собі. А взагалі, коли ваш ранок розпочинається? Ну, піднімаюся я в 5 часов. І в 6:30 я вже на бортики. Нічого собі. І діти теж так же. Нічого собі. І скільки років вже так, от такий графік роботи? Ну, так, я розумію, що так. Таке питання, яка? Останні літ 20. Нічого собі. Це незмінний графік, ось так от. Це саме тренерська діяльність ваша триває, так? А взагалі спорт, коли розпочався спорт у вашому житті? Самого дитинства? От ви знали, що ви плануєте пов'язати своє життя? Ні, ні. В принципі, я завжди хотіла бути учителем. Но у меня на моем пути были учитель начальных классов, учитель музыки первоначально. А потом оказалось, что тренер Евгения Васильевна Шевченко. И вот с того момента, с 1965 года, я в нашем бассейне. Ничего себе. С небольшими перерывами там. На учебу в институте, на полгода декретного отпуска, все остальное... Ну, все одно, педагогічна складова у вас є, в принципі. Ви все ж таки вчитель. Да. Да. Так що, я займаюся своїм ділом. Ну, це найголовніше. Вікторе, у вас як? Також були якісь перепони на шляху до спорту? Значит, я хочу опять вернутися к Ірині Львовні. Вона теж приложила руку к моєму воспитанню як спортсмена. Був такий період моєї спортивної діяльності, коли вона мене тренувала. То есть мы насколько давно все уже работаем в этой сфере, мы друг друга знаем, ну, наверное, уже больше... Багато. Это 30 лет я работаю как тренер, как методист, как директор школы. А все остальное время я же тоже занимался. То есть я в бассейне провел уже 40 лет. Ну, я чуть больше 50. Тобто ви все життя з цим пов'язані, з плаванням, взагалі... Получилось, що це призвання в повному смислі цього слова. Я хотів підкреслити, що вода благотворно впливає на вас. Ви надзвичайно класно виглядаєте. І взагалі, Федерація плавання України – це така організація, яка створена з метою подальшого розвитку плавання, якось заохочення громадян до цього виду спорту. Зокрема, дітей. Мені цікавить найбільше, що дітей. Зараз, як взагалі ДЮСШ? Скільки зараз у вас є, як це правильно, учнів називається? Учнів. Учащиеся школа, так. Так, скільки їх взагалі зараз займається? Сейчас, если сказать в целом о Полтавской области, то в силу определенных возможностей мы ограничены количеством плавательных бассейнов. Плавание как вид спорта не очень развит. Смотрите, Кремчуг у нас представлен двумя бассейнами. Это бассейн спортивного клуба «Укртатнафта», бассейн университета Кременчугского и открылся недавно время бассейн фитнеса. Полтава у нас это бассейн, спортивный клуб «Спартак», детская спортивная школа номер 3 плавания. И город Комсомольск представлен детско-юношеской спортивной школой номер 2 Комсомольска. Они относятся к системе освіти. Тобто і все, це от тільки в трьох, тобто Комсомольськ, Кременчуг, Полтава. Є ще басейн, недавно построєний в Гадячі, він при інтернаті, але там, к сожалению, поки такі условия, що там займаються тільки інтернатські діти. Ну, є определенні питання. Но, тем не менее, плавання зараз переживає свою, можна сказати так, очередну популярність, тому що плавання становиться все більш таким потребляємим продуктом. Во-первых, зараз в Україні стало дуже модно бути здоровим, очень модно быть красивым, а плавание, поскольку это жизненно важный вид спорта, он тоже пользуется своей особой популярностью. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в первую очередь мы сами и своих детей должны научить плавать. Потому что, попадая в определенную ситуацию, плавание оказывается
Дуже багато інформації є про те, що плавання позбавляє комплексів, якось рятує від певних фобій. Чи це правда, чи ні? Можна так сказати, да, що прийшовши дитину в басейн, вона може позбутися якогось страху. Да. Ну, плавання – це такий універсальний вид спорту, тому що з дітьми, які займаються плаванням, ми ж займаємося не тільки водою. Просто спочатку проводяться заняття на суші, учаться, їх дітей учать самому елементарному, починаю з того, де правая рука, де лівая, тому що многі в возрасті 6 років, які прийшли вчитися плавати, того не знають. Повороти направо-наліво, елементарні движення, ну і само заняття в воді. Ну, я думаю, про заняття в воді от зараз, більше Ірина Львівна. Ірина Львівна. Вона в цій ділі у нас спеціаліст. Прозвучала цифра 6 років. А взагалі, з якого віку можна навчати дитину плавати? Ну, начнем с того, что человек там до рождения еще находится в утробе матери, в жидкости, в воде. Поэтому сейчас во всем мире начинают очень рано учить плавать. Даже не столько учить плавать, сколько просто привыкание к воде, оздоравливание для того, чтобы развивались дети. Уже много говорится о том, что дети, которые начинают с раннего периода плавать, они более быстро развиваются, быстрее развиваются, чем их сверстники. Поэтому они меньше болеют. И я считаю, ну, осознанно заниматься плаванием, вот с моего опыта, я считаю, что раньше 7 лет смысла нет. Потому что они еще очень много не понимают. Вот как Виктор Михайлович сказал, не знают, где право, где лево, как повернуться, где руки вверху, где две ноги. Это очень сложно. А с 7 лет уже, когда детки пошли в школу и отучились год, они уже знают, что такое дисциплина, они знают, что такое учитель, они уже более внимательны. И тогда быстрее идет этот процесс. Вы тренуете лише детей, чи были у вашей практики дорослые? Нет, у меня в практике были и взрослые. Да и сейчас у меня до сих пор есть в моем, так сказать, подчинении люди, которые входят в сборную Украины, есть кандидаты в сборную Украины, мастера спорта, они так рано утром і тренуються. А от щодо дорослих, є якісь обмеження? Наприклад, є дорослі, які не вміють плавати. Чи можна в будь-якому віці навчити людину плавати? Можна. Було б бажання у чоловіка. Є, звісно, некоторі такі варіанти, які, ну, від природи чоловік має дуже велику удільний вес, великий, він просто тоне. А так, при бажанні, можна любого навчити. А от саме спортивне плавання також можна в будь-якому? Можна, можна. Только, может быть, чуть дольше спортивным плаванием, потому что это нужно все-таки какой-то период для того, чтобы плавать. Мені все одно, я повертаюсь до дітей. Серйозно, в мене, коли знайомі дізналися, що будуть у нас спеціалісти з плавання, відразу кажуть, обов'язково задай запитання. От ви сказали, що з 7 років, що от краще, але все одно кажуть, що дізнавалися, що говорять, що можна дитину вже із 4, із 5 років приводити. Можна. А яка тоді там? Ну, там якась інша система навчання? Ні, там просто більше ігровий спосіб. Вони повинні грати. Вони просто повинні ознакомлюватися, осваюватися з водою. І по мірі от цього ознакомлення вони естественным способом начинают ложиться на водичку, дышать в воде, и потом уже более профессиональные движения у них получаются легче. Ну, знову ж таки, запитання таке також, як то кажуть, від телеглядачів. Кажуть, що, ну, мені також донесли ту інформацію, кажуть, навіщо нам басейни, як краще ми там на річці підемо там навчати дитину плавати, там, є якась різниця, знову ж таки, відкрити якийсь простір, озеро, річка, там, чи басейн? Нету ніякої різниці, єдине, що если человек не специалист, то лучше ему этим делом не заниматься. Ну, в принципе, так логично, на самом деле. Потом их очень тяжело переучивать. Переучивать это намного тяжелее, чем сразу научить, да. Приходят детки хорошие иногда, вот он умеет плавать, запускаешь его, да, он умеет, он держится на воде. Но научить его потом, переучить, это очень сложно. Очень сложно. Лучше с самого начала заниматься так, как нужно. Ну, а скільки такий період є якийсь певний для того, щоб дитину хочуть батьки, наприклад, віддати не тільки просто навчитися плавати, а щоб вона там, ну, не те, щоб збудувала, можливо, кар'єру, але якісь навики отримала там спортивного плавання. Є якесь навчання, от там, скільки років повинно вчитися? Ну, для того, щоб навчитися передвигатися, отримати, як раніше був такий у нас значок, «умію плавати». Це значить, людина повинен був преодолеть дистанцію 25 метрів, без остановки. От для того, щоб навчити маленького ребенка плавать эту дистанцию,
7-летнему достаточно полгода. Более старшему может быть и меньше. 10-12-летнему может быть даже 1-2 занятия. Вот взрослому тоже так, точно так же. Поэтому это все чисто индивидуально. А якщо брати, от все-таки ти питаєш за дітей, а я все-таки повертаюся до дорослих. У мене вже запитання від дітей закінчилося. Як щодо людини, яка хоче поправити своє здоров'я, походити до басейну, як часто необхідно відвідувати басейн, взагалі які переваги можна отримати завдяки відвідуванню басейну та занять плаванням? Ну, во всякому випадку, для того, щоб мати здоров'я хороше і навчитися чому-то, не реже, чем 3 раза в неделю. Uh-huh. Не реже, чем 3 раза. Конечно, так как наши спортсмены плавают 6 раз в неделю, 2 раза в день, ничего это себе. Не надо. Для простого человека не надо. Но для того, чтобы держать себя в тонусе, держать себя в форме, 3 раза в неделю вполне достаточно. 45 минут побыть в воде, подвигаться. Не просто побыть в воде, а подвигаться. Подвигаться, и чем правильнее эти будут движения, тем больше пользы они принесут. А які основні принципи правильних рухів? Главное правильно научиться дышать. Угу. Вот, а все остальное уже. Понимаете, то, что касается взрослых, опять, у каждого свои цели и задачи. Ну, и приходит в бассейн, просто приятно провести время, сменить обстановку. Потому что, допустим, в зимний период, когда недоступны открытые водоемы и все остальное, то есть прийти в бассейн, погрузиться в теплую воду, проплыть немного в свое удовольствие, пообщаться с друзьями, у кого хорошая фигура, показать ее, может быть, на перспективу познакомиться. Ну, в общем, вы смеетесь. Какие таймницы открываются. Такое тоже бывает. И не одна семейная пара создалась у нас в бассейне. Ничего то есть себе. Люди знакомились, потом приходили и говорили, спасибо, это благодаря вашему бассейну. Но семьи создаются и в бассейне. Но основное, конечно, это здоровый способ жизни. И независимо от того, пришли вы научиться плавать, или просто поплавать, или приятно провести время, человек это делает в первую очередь, пользу для себя, он становится здоровым. И все-таки, продолжаючи тему дорослих, як ти кажеш, я хотів поговорити про федерацію, зокрема про досягнення наших полтавських спортсменів. Ви сказали, ви тренуєте і кандидатів у збірну, і майстрів спорту. Тож, які у нас найвідоміші саме спортсмени, які досягнення? Федерация плавания Полтавской области, она, в принципе, активно начала работать не так уж давно. Сейчас мы являемся видокриминальным подразделом Федерации плавания Украины. Основная задача Федерации плавания Украины, точно так, как и Федерации плавания Полтавской области, это внедрение определенных стандартов, которые есть в плавании. То есть мы стараемся, чтобы те организации, которые культивируют водные виды спорта, в том числе и плавание, они действовали по одному направлению, применяя, скажем так, одни и те же технологии передовые, которые приведут ну, только к улучшению ситуации в плавании как в виде спорта. То, что касается наших результатов и достижений, они бы были намного лучше, хотя они есть, мы сейчас к ним вернемся. Но опять же, у нас хромают спортивные базы, и это горе не только плавания как вида спорта, это горе всех видов спорта, потому что, ну, скажем так, для того, чтобы человек достиг результата мирового уровня, ему надо создать хорошие условия, то есть адекватные для, хотя бы для соревновательных. Ну, скажем так, чтобы они были хотя бы на уровне европейских стандартов. То, что касается результатов наших спортсменов, есть у нас спортсмены, к сожалению, не так много, как хотелось бы, которые показывают результаты очень высокого уровня. Есть у нас победители, призеры чемпионата Украины, участники международных соревнований. Ну и так, чтобы мы очень далеко не ходили. Вот воспитанник Ирины Львовны сейчас, член сборной команды Украины, является кандидатом на участие в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. И сейчас готовится для поездки на чемпионат Европы, который будет в Лондоне. Ну а взагалі так, по визначенню, збірна України з плавання, вона, скажімо так, в рейтингу де знаходиться? Сборная Украины с плавания, конечно, сейчас переживает не свои лучшие времена, скажем так, со времен Яны Клочковой, Дениса Силантьева, Сердинова и так дальше. Но мы надеемся, что на Олимпийских играх, если подготовка спортсменов пройдет нормально, вы знаете, куча проблем с самой Бразилией, с болезнями, со всеми делами, потому что
еще же вопрос есть серьезное финансирование. Бразилия страна не близкая, и, к сожалению, подготовка там стоит очень дорого. Но надеемся, что плавание принесет на Олимпийских играх хотя бы одну олимпийскую медаль. Для нас, для полтавских спортсменов, сейчас самое главное – это культивировать плавание как вид спорта, привлечь как можно больше всего массовость детей, взрослых. И из того материала уже, который задерживается, готовить спортсмена высокого класса. Чем сейчас занимается Ирина Львовна? Сейчас много детей ходит, много. Сейчас, последние 2 года... Детей очень много у нас, маленьких. Что будет из этого количества детей? Выплывет ли кто-то? Ну, есть детки, которые уже сейчас маленькие еще, но показывают неплохие результаты. Вот только приехали ребята с чемпионата Украины среди юниоров. Это самые младшие у нас. Оттуда привезли победителей и призеров. Это уже приятно. Так, ну, звісно. А вы можете вот так відразу, вот, ходит до вас дитина, навчается, вы дивитесь так, о, щось буде. Я могу увидеть, но никогда не говорю этого, ага. Потому что у меня был такой прецедент, когда папа сказал, вот смотрите, он маленький, а вот из него что-нибудь получится. Я говорю, давайте поживем, посмотрим, а вот сейчас он уже стал старше, а он не хочет ничего делать. Угу. И уже видно, что из него ничего не получится. Ну, поэтому разумело. Такие прогнозы с маленькими детьми. Должны сложиться в кучу много составляющих, чтобы без ребенка, который, скажем так, в возрасте там 80 лет, кажется, очень перспективно для того, чтобы он перерос настоящего спортсмена. Ну, должны сложиться много звезд в кучу. Ну, главное, бажание самой дитини, звісно. И это тоже. И помощь родителей. Помощь родителей. К сожалению, еще играет большую составляющую финансовые способности родителей, потому что, ну, вы все понимаете, ну, для кого не секрет, что особенно на начальном уровне все поездки финансируются за счет родителей. Ну, такова. Задався мені анекдот ще 90-х років. Коли до одного чиновника також прийшли, у нас плавання, чемпіонат, де? Там, в Сполучених Штатах Америки. Ну, що, в чому проблема? Проблема з транспортуванням. Ви хто? Ми плавці. Ну, так допливете. Ага. Ну, все, так, в принципі. Десь так воно і виходить. Взагалі, так, хочеться звернутися зараз до батьків, якщо ви все-таки хочете, аби ваша дитина була здоровою, приводьте її на плавання, і, можливо, з неї виросте в майбутньому відомий чемпіон. Всесвітньо відомий. Так. Так, ось так. Ви знаєте, почнемо з того, що, навіть не почнемо, а просто повернемося к тому, що древні греки вважали чоловіка необразованим, якщо він не вміє читати і плавати. Поэтому плавание не последний компонент в жизни человека. Тому буквар и в бассейн. Да, буквар и в бассейн. Тим паче, коли є такі досвідчені тренери. Так. Ну що ж, ми дякуємо вам за гарний настрій, за цікаву інформацію. Ми бажаємо вам вдалого дня, обов'язково. Нових досягнень та перемог.